Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жендосом мы будем продолжать троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы и продолжаем снимать этот троллинг. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать. Конечно же, влепить большущий палец вверх прямо сейчас на вот этот видос. Потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий по троллингу будет выходить. И побежали, да? Все, пойдем. Ну и пока. Лови. В общем, ребята, вот моя карта на сегодняшнюю серию троллинга. Чем мы будем заниматься сейчас? Как вы знаете, ребята, мы стримим практически каждый день. То у меня стрим, то у Жеки, то опять у меня. Поэтому в этой серии Жека будет стримить. Но у нас бывает частенько то, что какие-то неполадки с техникой. То интернет пропадает, то света нету, то еще что-то лагает, то программа для стрима не работает. Короче, много-много всяких нюансов. И это, наверное, самая большая беда и печаль, и огромная проблема для того, кто стримит, потому что подводить своих подписчиков тоже не хочется, ведь ты же пообещал то, что будет стрим. Поэтому Жека в этой серии столкнется вот с такой проблемкой, у него будут проблемы с интернетом, он не сможет начать стрим, и посмотрим, что с этого выйдет. Сможет ли Жека справиться и подвести своих подписчиков, и действительно провести стрим, который он обещал. Поэтому, ребята, еще раз скажу, ставьте вот прям, ставьте огромный палец вверх, подписывайтесь на канал, что самое главное, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик. И, ребята, мы будем приступать. Давайте мы потопаем к Жендосу, идем к Жендосу, пройдем его карту и вернемся сюда обратно. Поэтому давайте, пошли. Ну что, Эдисон, ты готов пройти на мой тролль? Я вас слушаю, пошли. Так вот, давай. Подожди, Эдисон. Ты когда-то говорил, я не помню где и когда, но ты говорил, что ты очень хочешь себе мопса. Было такое? Ну было. Вот. Ну. У тебя как бы и так есть собачка, но Эдисон, я решил исполнить твою мечту в Майнкрафте. Хорошо, пошли. Ты в Майнкрафте, все, иди в зоомагазин и покупай себе мопса. Так, я подожди, что ты дверь закрыл, чё? Быстрее, давай, ну проходи. Да тут очередь, Жека, пропусти, ты начальник этого магазина, пропусти. Ну ты можешь с ним, поговори с ними, я не знаю. Так, пошел нахрен, сам иди, пошел нахрен, паскуда, не лезь в очередь, вот дебил. Пошел нахрен, Жека, какие-то недружелюбные. Слушай, походу они отсюда не уйдут, пока ты... Пока я не умру, да? Так, подожди. Ты наши немножко мани-мани-мани. Ну, то есть, типа, взяточку, понимаешь? Эдисон, а чтобы, как бы, заработать тебе денег, тебе нужно потрудиться. Очень даже хорошо потрудиться. Что мне делать? Нужно поработать на дворника джамшута. Джамшут. Это тот же самый джамшут, да? Хорошо. Да, тот самый джамшут. Как бы он готов тебе предложить немножечко денег за немножечко какашечек. За какандюли, которые находятся на этой карте, как бы ищи. А сколько какандюль, Жека? Ну, как бы 4 человека, 4 какандюли, правильно? Ой, ты что прошаренный, что ли? Что я творю? Что ты тво... Ты умный. Жека, так нечестно. Ну ищи какандюли, ищи, давай. Успокойся, все, не надо вот этих ловушек, я тебя прошу, Жека. Это очень подло. Так, очень хорошо. Подло, ну ладно, хорошо. Однако, нашел какандюлю, нашел, Жека. Ну, все, действительно. Подожди, все, нужно аккуратно, чтобы я не грохнулся. Подожди. Опа! Нет, ты как бы отсюда не вылезешь, Эдисон. Нет, ты сломал мою ловушку! В смысле? Прыгай. Прикольно, спасибо, что Жека влезаешь в троллинг. Хорошо, так нечестно. Это мой троллинг, я в него могу что хочу. Хорошо, а у меня есть одна какандюля, Жека, есть. Молодец. Твою матушку, зараза. Так. Эдисон, это мало, мне нужно еще 3. Джамшут! Алло, я не могу клацать по нему, Жека, что такое? Почему, не знаю. Я только что мог, после того, как умер, не могу. Ну, да попробуй еще раз. Не могу. Но мне кажется, надо еще раз умереть. Я пока тут займусь тем, что его это немножечко не искать. Не работает, не знаю. Ну ты пока там... Еще одна какандюля, Жека, еще одна какандюля. Где ты нашел еще одну? Ой, собаки. Ай, собака! Собака! Не-не-не-не-не! Собака охренела просто, что за... Жека. Собаки охраняют какандюли. Собаки охраняют. Какие жестокие у тебя собаки какие-то. Ну ты должен какандюль у них своровать, давай. Своруй у них какандюль. Нереально. Тогда убей их.
Убей собак, убей! Видишь, это не мопсы, мопсы не мопсы. Так, хорошо. Откуда? Не убивай, не убивай. Так, все, хорошо, хорошо, хорошо. Так, смотри, сколько у тебя кокандюль? Три кокандюля? У меня три кокандюля, три, да. Ещё четвёртый, ещё четвёртый. Ты заколебал. Пацаны, а ну... А, не-не-не. Подожди, а я могу на него нажать? Не могу. Да, до сих пор не можешь, да подожди, сейчас. Подожди, стой, еще раз проверим. Вот, давай еще одного Джорджа. Вот, все работает. Еще. Много жемшутов на стране, Жека, много. Пацаны, а ну давайте, помогите мне найти какую-нибудь, пацаны. Да, пацан, давай за мной. Мне кажется, подожди. Вот так, подожди. Ну, смотри, по логике мы вчетвером можем вот этого лохопуда загрохать, поэтому не надо еще. Так нельзя. Ладно, пацаны, за мной, пацаны, пошли. Пойдем. Ищи как Андюля, Эдисон, ищи как Андюля. В смысле? Ну я видел как Андюля, там была как Андюля, пацаны, за мной. Хорошо, Эдисон, давай. Ой! Подожди, ну туда нереально как бы долететь. В другую вот эту. Да, нереально, может все-таки реально? Нет. Ну смотри. Да что за фигня? Да нереально, да нет! Нет! Ты не пробовал, я уверен, что ты даже не пробовал. Да, я пробовал, Вадим. Нереально туда долететь, я тебе еще раз говорю. Ну хорошо, давай сделаем вот тут еще такую же. Ты пробовал, вот пообещай то, что не пообещай, а вот скажи правду, ты пробовал? Да я не доделал! Да пожалуйста, сраку, там нереально долететь. Пацаны, вот скажите... Реально все, я долетал, я тебе сделал полегче, да реально, все, давай. Тебе сделал полегче, Адис. Давай. Ой, какой я молодец, все, собирай кокандюль, собирай. Все, теперь можешь прыгать. Пацаны, за мной! Подыхаю. Так, последняя кокандюля, последняя, да? Два джемшута. Убирай этого, убирай. Жека, ты нужно третьего джемшута. Джемшута не работает. Опять не работает. Ты издеваешься? Что тебе весь троллинг просто какой-то это, все часы опрыгивает. Много джемшутов у нас. Так, пацан. Все, давай. Жека, я не могу по нему тыкать. Да иди ты в жопу. Ты говорил то, что надо его... Проходим. Слушай, это походу не... Это не мопсы! Нет, это не мопсы! Эдисон, беги отсюда! Тут вроде был еще один зоомагазин где-то рядом. Проходи, быстрее беги отсюда, Эдисон! Да походу! Да что они такие злые? Эдисон, беги! Эдисон, куда-то вот сюда! Ведь здесь есть скрытый проход! Куда? Где? Где-то вот здесь! Скрытые проходы, быстрее! Иди к черту! Туда, вот тут! Открытый! Да пошли вы в сраку, дебилы! Конченые! Всякие клёты! Давай, Эдисон, ты справишься! Беги! Лоло, где беги. Я? Всё! Да вашу матушку! Убей! Жеку, убери, пожалуйста, я ещё рейтинг! Ну убей их! Ты ещё пробовал? Да всё, они в ловушку улетели. Видишь, как я их обдурил? Так, ещё. Ты надурил, ты надурил. Мопсы! Где мопсы? Эдисон, смотри, короче, тут есть много собачек, как бы выбирай ту, которую ты хочешь. Маш, вот. Да так, нет, не туда. Да, я понял. Так, нет. Ну ты наверх еще можешь подняться. Наверх еще. Да, так, твою мать. Так, идем сюда. Да, нет. Да. Нет. Да. Нет. А ну вот это. А ну разверни. Ну ты зайди, ты можешь как бы зайти. Да? Ну да, это похоже на мопс. Давай, сюда. Еще, давай. Давай, гавкай. Покажи мне стиль собачки. Не хочу. Так. Что здесь? Какую собачку выбрать? Ну я не знаю, это сложный выбор. А ну, тютик, посмотри на меня, тютик. Тютик. Ты зайди, посмотри на них, тут где-то двери. Ты можешь там ходить. Тютик. Ну хорошо, допустим, давай вот этого. Давай, бери вот этого. Вот этого и... Ну все, Эдисон, нужно раз... И запакуйте мне еще вот этого. Вот это, так, скажу. Ну все, теперь тебе нужно расплатиться, идти на кассу. Пошли. Сейчас, Эдисон. Да они с тобой пойдут, не переживай. Ну. Открывай! Готов идти? Открывай! Проходи. Только не Эдисон. Только не броди, пожалуйста. Эдисон, слушай, походу... Эдисон, походу это был не зоомагазин, это был вокзал. Живут хачапури. Привет, пацан, привет! Они убьют твоих собак! Чё они такие злые? Всё, ладно, Эдисон. Не получилось тебе купить собаку уже. Кошки опять вернулись! Жека, кошки вернулись, паскудно, уйдите вы, проклятые!
жить тебе до конца твоих дней с твоей собакой, и не будешь ты никогда иметь мопса, а понял? Чё за зоомагазин на вокзале возле хачапурчика, чё это такое? Хачапурчики любят, знаешь, шаурму с собачки добавить. А, вот оно что, вот оно, ну хорошо, уже пошли. Собачки-то за тобой нормально. Пацаны, вы за мной бегать будете? Чё, собачка? Ты будешь собачек удалять? Ну ты вообще. Да, чё-то прям. Пошли, Жека, пошли. Ладно, если я готов, гемо 2 или гемо 0, сразу скажу. Ноль. Только ничего не ломайте, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо, давай, я готов. Жека, все мы знаем, я сейчас опять напомню, то, что мы с Жекой очень часто стримим, да? Ну да, часто стримим. Вот, каждый день, то у меня, то у Жеки стрим. Поэтому, Жека, у тебя стрим как бы через 10 минут, а ты не приготовился. Нет, у меня стрим через... Нет, у тебя стрим через... Да, через 10 минут, ну ладно. А чё ты стоишь? Беги домой, дебил, бегу! Стрим, давай, включай, настраивай, давай! Как там настраивать? Я так захожу, так, ага, какая-то ставит крипер, ага, что... Крипер, у тебя крипер же всегда стоит сзади. Давай, Жека, давай! Да, точно. Так, всё, включаю, настраиваю код элемента, ля-ля-ля, так, всё, начать по такой передаче, всё, стрим. Да, всё, давай. Всем привет, ребята, у Геевы пришли. Так, непредвиденная ситуация. Жека, дома свет пропал. Света нет. А комп куда пропал? Ну нет, нету света. Комп выключился. Света нет. Света нету! Свет пропал! Свет пропал! Жека, у тебя комп! У тебя стрим! Стрим через 8 минут! Стрим! Что тут такое? Что это? Жека, стрим через 8 минут! Да, ну что-то делать, Жека! Что делать? Ой, подожди, Дисней. Таунпоинт в горячем месте стоял. Что делать? Иди сюда, Жека, сюда. Надо что-то делать. Попробуй еще раз. Надо... А может у тебя где-то... А ну давай, в окно, может там где-то провод, там, не знаю. Ничего там нету, там. Да попробуй. Не, реально, ничего нету. Так, хорошо, Жека, что делать? Что делать? Стрим через 8 минут, Оперный театр. Жека, давай, залезай. Да. Давай, быстро. Стрим через 7 минут 40 секунд. Ну просто беги! Давай, да чё, Жека, это всё просто проходит, это просто проходит, смотри, опа, прыгнул, смотри, опа, вот тут, опа, потом вот тут прыгнул, давай. Жека, не успеешь, вот честно, стрим через 7 минут, стрим, 7, не 6, не 8. 7. Почему не могли сделать нормально? 7, Жека, дома света нету, давай. Да я не могу, да я уже голова отвернулся туда спекать. Так, хорошо. Прыжок. Дай оперный театр. Жека, мне надо, кажется, другой способ, ну давай. Домой, нужно тут рассмотреть. В окне, я уверен, что-то есть, надо просто рассмотреть хорошенько. Так, хорошо, что тут есть, ага, кнопочка. Кнопочка, ага, подожди, где-то. Так, ага, все, отлично, я на электростанции, на башне. Птицы на электростанции, Жека, птицы, мне кажется, тебя не пустят туда наверх, ну попробуй еще раз. Птицы, ну это их нельзя ты пехаться. Да у меня этот спаунпоинт просто не активируется почему-то. Да. Так, куда? Опять, вот уже тактику, Жека. Так, тактика, мордактика. Так, давай. Кнопка, ну все. Давай, птицы, там птицы, только аккуратней. Птицы, все, где, что, как чинить-то? А ты электрик, ты знаешь, как ты умеешь чинить вот это все проводку? А зачем ты сюда залез, Жека? Это птицы вернулись, птицы. Так, Жека, мне кажется, нужен другой способ искать друг. Я не знаю, может, ну ты хотел, типа, пробовать себя в электрическом вот этом. Ладно, давай дальше. Давай, быстро. Ой, только что подумал, Жека, аккуратней, подожди. Ну тут электростанция, вот надо идти разобраться вот с этими дебилами в твоем районе. Опять током, Жека, аккуратней, тут везде. Жека, тут провода везде, аккуратней. Да аккуратнее надо, аккуратнее, Жека, током. Я сейчас эти провода поломаю, пощипал. Дай! Током бьет, Жека, током бьет. Как здесь пройти-то? Током бьет, ну только что ты правильно проходил, вот, нет, да, вот, вот током бьет, ну тут везде электрические зоны, аномальные зоны прям. Да как тут тогда пройти-то, если током бьет? Да ёперный тебя. Да, есть зона, мне кажется, есть зона, где током не бьет, Вот. Так, нет, тут все. А теперь быстро сюда! Ну почти! Отлично! Умираю, спасите! Забивают демоны! Давай! Ай, уберите их! Жека, подожди, у меня такой вопрос.
а ты чекал вообще вот эти все сундуки? Вот тут сундук, который сзади был на начальной вот этой площадке сундук. Нет. Не, ну хорошо, хорошо. Так, помогите! Можешь не чекать, можешь не чекать. Ну давай! Ну, я его ударил, давай, Жека, заходи внутрь. Сундук, блок... Ага, блок расстояния. За, еще на самой вот начале вот тут был еще один блок. Ты дебил? Давай, Жека, давай, быстро. А теперь обратно, давай, иди ты в жопу, Эдисон, да иди ты в сорок. Ну ты подожди, ты тут на самом видном месте, ты просто его не прочекал. Да иди ты в жопу, да иди ты, да идите вы в жопу, да пошли вы в сраку. Все, так, что, где на видном месте? Где-то вот тут был. Жека, ты такой слепой, вот ёханый бабай, вот, ребят, ну смотри, какой же Эдисон слепой. А, вижу. Все, пошел. Пошли, давай, обратно, Жека, обратно. Дверь мне открой. Давай, открыл, ответ. Давай. Так, залезай. Дебют, сибок, вот я тебя сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй! Жека, электрика, это такая подлая штука, она тебя бьет вообще, когда не ожидаешь. Ну? Пошел ты в жопу, Зашел. Оно, обращайся, почему света нет? Оно на кричи, на них света все задела. Света нет, алло, дебил, я не могу на тебя тыкнуть, придурок. Так ты поори на них, может, ключ, это почему света нет? Давай, у тебя стрим. Что за дело? Ты платишь вроде деньги. Вообще, Жека, ну надо Батл, разобраться. А? Надо что, разобраться. Что, так, а что это такое? Жека, ты тут все прочекал, все сундуки. А вот что, да я не могу, меня тут задувает. Жека, тут сундуки есть, ты где? Где? Да, вот тут где? Где-то вот тут. Вот тут может где-то вот, я не знаю. Вот. Ага, да, вот тут есть же блоков. Хорошо. Есть. Сколько у тебя? Три штуки. Давай, Жека, надо добраться до включателя, переключателя. Вот это отвечает за вот это все, за. Ну ты понял, да? Да, я понял. Так, давай, 4. Хорошо. Так, нет, что здесь? Хорошо. Так, сундук. Ну подожди, а как бы надо включить свет. Свет надо включить. Ага, так, хорошо. Так. Так. Угу. Что значит, где-то два сундука есть. Угу. Тут у нас один. Угу. Где ты? Блок пропал! А, все вот. Еще где-то один должен быть, да? Жека, мне кажется, вот а, тут... да. Давай, да. обратно. Да, да, пошел в жопу, да. Обратно, давай, Жека. Да, можешь кого-нибудь встать, чтобы я не умер, пожалуйста? Ай, дебил! Нет! Нет! Ну серьезно, я не работаю. Хорошо, давай, ДПХайся. Давай, Жека, давай. Ну. Так, где там он? Ага, все, блоков растол. Ой, опять навык Майнкрафта. Да, опять навык Майнкрафта, давай. Все, понял. Так, сюда. Нет! Так, Эдисон, ты можешь? Я только, пожалуйста, нормально вниз. Так, вот тут у нас так закрыто, да, тут у нас тоже. Как это? Ты что-то здесь намутил? Нет, это все электрика, я ничего не делал, Жак, это все электрика. Нет! Да нет! Ты так просто не пройдешь. И смотри. Нет! И смотри, что я сделаю. Нормально. Я берусь, я тебя буду наказывать, я поставил обратно этот блок. Давай обратно. Да идите в жопу! Ну подожди, ты гараж не поправил, ребята. Так ты сам поставил там блок! Там его не было. Вот. Можно другим. Так как бы можно другим путем обойти, ты об этом не подумал? А почему я тогда этим подходил нормально? Ну это не недоработка карты. Подожди, а почему ты не пробуешь как бы упасть в воду? То есть, ну, хорошо. Ай! Все хорошо, все нормально. Давай. Так. Я вернул блок в сундук, давай обратно. Дай иди в жопу, да, я не пойду. Давай, ну как бы ты не туда пошел. Ну подожди, ну ты не туда, не работает электрика, надо обратно, Жека. Ну, их хп не регенится. Чё ты так? Ты чё, охренел совсем? Всё, даже...
Эдисон, царь! Мне просто интересно, почему ты тут пройти не можешь? Ну смотри, ну просто вот сюда прыгаешь, тут обычная вода. Вообще посрать. Хорошо, хорошо, вроде... Так, так, попади, попади. Молодец, неужели? Давай, Жека, давай. Так, так. Ага, понятно. Сюда, значит, сюда, значит, сюда. На кнопочку нажми. Ага, там может не надо? Да, нажми на кнопочку. Ну, не, ну, не на, кажется, ну нажми, да. Ну пожалуйста. Кажется, да нет, не хочу. Ну пожалуйста. Да нет. Ну попробуй. Ну, да, ну, нет, ну мальчик, ну пожалуйста. Да нет. Ну хорошо, хорошо. Мне нравится вот тут по водам ходить. Ну ты ходи, но у тебя стрим через минуту. Ой, да. Ты можешь походить. Подписчики сейчас уже будут кричать, мол, где Жека, где Жека, Жека. Да, они всегда кричат, как бы тут это, хоть опаздываю, хоть не опаздываю, что такое. Ну я не знаю, зачем ты туда залез. Я больше тебе помогать не буду. Все, иди жопу. Давай, 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 Жек, что там? Что там, компата нет, ничего не работает. Да как нету, все есть. А подожди, а свет дома есть? Свет. Походу, так, не знаю. Вроде есть. А может. Мне кажется, это не. Это у тебя пробки выбило. А ну, Жека, пробки. Пробки выбило! Это значит. Жека, надо восстановить все пробки надо восстановить. Сейчас я тебе все восстановлю, так что у меня мастер на стол, ага. Давай, восстанавливай. Все, все пробки. Ага. Вот с другой стороны, дебил. Вот туда. На вот это, на. Вот, да, поставь наверх поставь. Все, заработало! Стрим! Жека, так, ты. Ты точно все нормально подключил, Жека? Мне кажется, там сейчас перебои какие-то будут. А ну, ты стрим. Нормально, пойдет. Ты стрим. Ну все, ребят, извините, что задержался, как бы. Жека, Жека, подожди, слышишь? Нюхай. Запахло каким-то. Не, я точно ничего не слышу. Горю. Что-то пахнет, да. Что-то пахнет каким-то горелым. Что-то, походу, там прогорело. Чё, пробки опять? Ой, я пошёл. А чё такое? Жека, стрим! Чё делать? Жека, чё с... Помогите! Чё делать, Жека? Жека, чё делать? А стрим чё? Да ладно, перенесу на завтра. Ничего страшного, Эдис, ничего страшного. В смысле? Ну как, у тебя хаты дома нет, все, хата пропала. Стрим, Жека. Ну да, обидненько, конечно. Ну ничего страшного, все. Пофиг. Да, пофиг. Ну да, ребят, стрима не будет, извиняюсь, Жека вас обманул. Вот так. Да, обманул. У меня пробки выиграл, чуть не сдох. Нет, я сдох. Пробки тебе в жопу засунули. Давай. Пробки выбило? Нехорошо, Жека, так. Ну, у меня стрим-то будет, поэтому приходите уже, не знаю, когда сейчас будет. Не компания еще. Поэтому, ребята, ставьте лайк, если хотите новых серий троллинга, и хотите стримы, и хотите много всего. Да, и лайки не забываем. Буду собирать на новые пробки. На новые пробки, да. И на новый дом. До свидания. Не забывайте подписываться и комментарии оставлять. Пока, ребят. Пока. Why?